В аэропорту Алматы установят стенды с расценками за такси. Таким образом, в городе намерены бороться с недобросовестными перевозчиками. В местном акимате сообщили, что в течение 2 недель рабочая группа проводила анализ стоимости такси. В итоге были рассчитаны средние цены за поездку. Они варьируются от 1200 до 12 тысяч тенге в зависимости от расстояния до пункта назначения и класса такси. Самая высокая стоимость указывается в премиум-сегменте от терминала аэропорта до горнолыжного курорта Шимбулак. В акимате поясняют, что расценки не фиксированы, а лишь рекомендуемые. Стоимость поездки может меняться с учетом погоды, спроса, ну и других факторов. На информационные стенды и на буклетах укажут тарифы на услуги официальных операторов такси, включая городские и рекомендуемые цены. Материалы опубликованы на 3 языках – казахском, русском и английском. Стенды обещают повесить в терминалах международного аэропорта, а буклеты хотят вкладывать в паспорта иностранцев прямо в зоне таможенного контроля. Также информация разместят на стойке инфоцентра на выходе из терминала. Напомню, что недавно один из таксистов в Алмате довез туристов из Индии в городскую гостиницу за 355 тысяч тенге. Ранее он же довез туристов из Германии за 200 тысяч тенге.